На телеканале «Звезда» время информационного выпуска. В студии работает Карина Агеева. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Долгожданная очная встреча в Санкт-Петербурге. Сегодня проходит неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесен на всенародное обсуждение. Союзное государство планирует реализовать совместные проекты с Полоцким Спасо-Ефросиньевским монастырем. Об этом накануне заявил госсекретарь Дмитрий Мезенцев. Работники Новополоцкого отдела МЧС поздравили маленьких пациентов городской больницы необычным способом. В костюмах Дедов Морозов спасатели спустились с крыши учреждения. Перейдем к подробностям. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. В Санкт-Петербурге белорусский лидер примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ. В повестке встречи подведение итогов председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обмен мнениями по решению общих актуальных проблем, а также выработка дальнейших мер по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательно. В декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ. На завтра, 29 декабря, запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российских взаимоотношений. Время обсуждать. В Беларуси обнародован проект основного закона страны. С текстом Конституции можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале, а также на интернет-портале президента Республики Беларусь. Проект Конституции не окончательный. Сейчас, как никогда, важно подключиться к обсуждению будущего Беларуси. От этого напрямую зависит то, какой будет наша страна завтра. Мнения граждан по проекту изменений и дополнений Конституции, а также возможные предложения ждут в Национальном центре правовой информации по адресам, которые вы видите на своих экранах. Не время откладывать на потом. Пишем вместе новую историю Беларуси. О совместных проектах и поддержке святыни. Накануне в Полоцком Спасо-Ефросиньевском монастыре состоялась встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. В частности, речь шла об обустройстве на территории монастыря объектов для паломников. В 2025 году Спасо-Ефросиньевскому женскому монастырю исполнится 900 лет. Подготовка к этой дате началась заблаговременно. Сегодня монастырь очень нуждается в трапезной и гостинице для размещения прибывающих паломников, а их ежегодно насчитывается тысячи. Сообща, духовенство и светская власть решают вопрос, каким образом можно помочь святыне. Вы знаете, было бы самонадеянно вот сейчас анонсировать какие-то конкретные проекты. Но то, что мы самым тщательным образом изучим все эти заключения, которые дали реставраторы, архитекторы, те люди, которые сегодня работают над сохранением уникального наследия, того, которое сохранено этими веками и нам даровано, это совершенно точно. И какой-то вариант системной поддержки обители, той работы, которая ведется сегодня по инициативе и матушки-настоятельницы, и владыки-архиепископа, такой вариант должен быть найден и будет найден. Я здесь впервые, хотя, наверное, понятно, что для меня, и с учетом моего возраста, это вообще на того, что вся семья воцерковленная, мы многократно были в различных храмах и в различных монастырях, но вот поклонение памяти и образу Ефросинии Полоцкой, право прикоснуться к ее мощам, к серебряной раке, которая находится под сводами храм уникальной истории, это для всех православных особая честь, я думаю, и навсегда это память. И даст Бог, будем обязательно приезжать сюда уже, наверное, всей семьей, коллегами, товарищами. И обязательно расскажу тем людям, с кем мы работаем, и в Минске, и в Москве, о том, что испытывает человек, когда приходит на эту действительно благословенную землю, которая во многом предопределила историю Древней Руси и многие наши совместные победы в то же время имеют корни именно с этих мест.
Параллельно в настоящее время на территории монастыря продолжается реставрация Спаса Преображенской церкви. Государство вкладывает немалые деньги в эти работы. 1 миллион белорусских рублей запланировано выделить и в 2022 году. В настоящее время раскрыто меньше 50% фасада, ремонтируется кровля. В ходе рабочего визита в Полоцк госсекретарь союзного государства вместе с губернатором Витебской области, руководством Полоцкого района, возложили цветы к памятнику освободителям Полоцка. После побывали в Софийском соборе, где для гостей была организована экскурсия. Эстафета новогодних поздравлений набирает обороты. Ни один ребенок в эти предпраздничные дни не останется без внимания и подарков. Сегодня волшебство может подарить абсолютно каждый. Время для поздравлений нашли и те, кто ежеминутно спасает жизни людей. Спасатели и врачи. Врачи-реаниматологи, они ежедневно борются за жизни пациентов. Работа непростая, особенно в нынешних ковид-условиях. Но сил им хватает и для предновогоднего волшебства. Вместо белых халатов и защитных комбинезонов – костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В списке более 20 адресов сотрудников больницы. Здравствуйте. Проходи, Снегурка. Один из адресов – квартира семьи Демчук. Оба родителя работают в Новополоцкой больнице. Встречать у себя в гостях Деда Мороза и Снегурочку перед Новым годом – это уже традиция. Каждый год про нас не забывают. Каждый год приходит Дедушка Мороз со Снегурочкой, поздравляют всех деток, всем подарки. Это очень приятно. Дети ждут, какого бы возраста они ни были, дети ждут, даже мы взрослые, и то нам приятно. Всегда ждем каждый год. Угу. Как бы очень весело, детям приятно, и нам приятно. Дети поздравили сказочных героев с наступающим праздником, а взамен получили подарки из мешка Деда Мороза. А после всей семьей вместе, взявшись за посох, загадали желание. И оно обязательно сбудется. У нас уже сложилась добрая традиция. Каждый год первичная профсоюзная организация Новополоцкой больницы в канун Нового года поздравляет детей-работников. И в этом году, несмотря на сложившуюся непростую эпидемиологическую обстановку, мы очень рады, что мы все-таки можем подарить детям новогоднее настроение и сами можем окунуться в атмосферу праздника. Мы хотим поздравить всех новополочан и гостей нашего города с наступающим Новым годом, пожелать им счастья, здоровья, успехов, всего самого хорошего, и пусть в вашем доме будет тепло и уютно всегда. И всех Дедушка Мороз обязательно одарит подарками. А это уже к новогодним поздравлениям готовятся работники Новополоцкого отдела МЧС. Спасатели хотят поздравить маленьких пациентов Новополоцкой больницы. Для них поздравительные конверты. Внутри, помимо поздравлений, буклеты с правилами безопасности. И вот служебный автомобиль на территории больницы. Дабы избежать контактов с пациентами, коробку с конвертами передают через медика. Спасибо большое. Спасибо. Последние приготовления. Деды Морозы уже на крыше и готовы к спуску. А маленькие пациенты в ожидании чуда. Для этих сказочных героев работа на высоте – дело привычное. В экстремальных условиях они ежесуточно спасают жизни людей. Но сегодня у спасателей миссия тоже ответственная. На высоте 4-го этажа для маленьких пациентов слова поздравлений и пожелания скорейшего выздоровления. С Новым годом! Выздоравливайте! Мы тоже решили присоединиться к республиканской акции «Безопасный Новый год», потому что как бы дети, которые оказались в больнице в такое время, мне кажется, им очень приятно увидеть Деда Мороза таким вот способом. Это для них какое-никакое маленькое чудо. В рамках акции были посещены многодетные семьи, были посещены социально уязвимые категории граждан. Проводятся выступления в дошкольных, школьных учреждениях нашего города. Республиканская акция «Безопасный Новый год» стартовала 14 декабря и продлится до конца уходящего года. Глеб Прокофьев, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». На этом у меня все новости. Свежий выпуск информационной программы смотрите вечером, а также в любое удобное время наши программы доступны на YouTube-канале «Звезда» и в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее передаю слово коллегам с телекомпании ВАЕН-ТВ. Не переключайтесь. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитыш. Добрый день.
На базе бригады спецназа в Мариной Горке прошли испытания белорусского стрелкового оружия, автомата SMAR 100PM и снайперской винтовки SCR-1200. Оба образца созданы одним из предприятий Госкомвоенпрома. Разработка началась несколько лет назад по поручению главы государства. Оружие уже было представлено на военной выставке «Миликс-2021». На протяжении 2 лет образцы проходили внутренние испытания. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды более чем 50 представителям различных сфер. Отмечен труд представителей нефтехимической и энергетической отраслей, работников органов статистики, налоговой службы белорусской армии. Среди отличившихся корреспондент телекомпании «Воен-ТВ» Леонид Францевич Дубаневич. Он отмечен медалью Франциско Скорины. Драматический театр белорусской армии присоединился к республиканской благотворительной акции «Наши дети». Зимний сезон на сцене открылся постановкой «Новогодние приключения Леи на планете Земля». Традиционно артисты пригласили воспитанников детских домов, многодетные семьи и деток с ограниченными возможностями на благотворительный спектакль. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи! Спокойствие, мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей, знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины. Мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.